лучший оркестр, с которым когда-либо я работал. Бессменному руководителю, народному артисту Белоруссии Михаилу Финбергу и прекрасным музыкантам счастья, успехов, настоящих творческих побед. У день юбилею народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга. Мы никогда не играли под фонограмму. Сколько мне отведено жить, я и музыканты, которые с вами работают, мы будем работать только честно. Мы никогда не будем обманывать наших слушателей. Программа «Камертон» и концерт с уделом заслуженного коллективу «Национальный академичный концертный оркестр Беларуси» на «Беларусь-3».